вебинар на тему «Почему компания?» Мы будем говорить именно о компании из групп, использующая партнерскую программу. Да, для многих это является основным, так скажем, возражением. Да, но если партнерская программа, значит, здесь что-то нечисто, значит, здесь как-то чем-то пахнет каким-то фальшем, каким-то мошенничеством. Не может стать банкротом. Мы подробно сегодня разберем все эти вопросы. Самое первое, с чего хотел бы начать, я, да, это что такое рынок Форекс и почему вообще Форекс. Рынок Форекс – это самое первое, самое популярное на сегодняшний день направление, которое направление деятельности VES Group, это валютная спекуляция на рынке Форекс. Рынок Форекс – это самый большой рынок в мире. Это действительно пункт обмена. Это глобальный пункт обмена. Это то, где осуществляют работу самые крупные финансовые организации в мире. Вся банковская сфера, разные финансовые институты, все над «и» расставляется на этом рынке. Объем рынка в сутки от 6 до 8 триллионов долларов в сутки. К примеру, ВВП Российской Федерации 2,2-2,4 триллиона в год. Вот надо 3 года России, так скажем, добывать всякие природные ископаемые для того, чтобы достичь того объема, который проходит в сутки на рынке Форекс. Почему это важно понимать? Потому что на этом рынке можно масштабироваться. И компания из групп выбрала для себя именно первым этот рынок, потому что если на сегодняшний день нас уже более 60 тысяч партнеров, то когда нас будет 600 тысяч, инвестиционное направление, оно будет продолжать функционировать, потому что данному рынку с такими объемами ему абсолютно все равно, какие там средства проходят. Я хочу вам показать, насколько минимальные риски вообще в принципе взаимодействия с компанией из групп. Это мой опыт, и что я хотел сказать. Вот смотрите, сразу же неоднократно, то есть и наш учредитель Вадим Машуров. Вообще, Форекс-маркет, да, направление деятельности, оно никаким образом не может являться инвестиционным. Это спекулятивная деятельность, от слова спекуляция. Купил по одной цене, продал по другой цене. Я знаю, что спекулянтов в советское время не особо любили, но, тем не менее, спекулянты всегда были на высоте, всегда они зарабатывали достаточно большое количество денег. Все зависит от изменения курсов валют. От чего меняется курс валют? От всего, чего угодно. От политической ситуации, от заявлений каких-то лидеров тех или иных государств, от внедрения новых законов, поверьте, от того, так скажем, изменения климата. Изменения климата в мире тоже могут влиять на курсы той или иной валюты. Валютная спекуляция – это именно вот получение прибыли на разнице. Нету больше скрытого источника дохода, только на разнице. Трейдинг – это торговля на валютной или фондовой бирже. Это именно значение слова «трейдинг». Это торговля на валютном или фондовом рынке. Биржа – это площадка, на которую не каждый может попасть. Безусловно, нужна специальная аккредитация на этой площадке. И мы смертные простые, мы можем стать участниками глобальных рынков только через посредников. Соответственно, каждый из нас может стать участником всей этой глобальной, очень крутой деятельности только за счет того, что мы обратимся к посреднику. Посредник нам предоставит на определенных условиях свою площадку, свои услуги, даст нам торговый счет, да, даст возможность открыть торговый счет, предложит различные сервисы и инструменты. Ну, это уже наш выбор, там, пользоваться этим или не пользоваться. Раньше, в самом начале, когда, то есть, появились биржи, биржа, это в частности, если мы говорим о Форексе, это вот, ну, фотографии, а это был ручной, так скажем, трейдинг, история такова, вот фотографии на слайде, они прямо отражают все безумие, которое там происходило раньше. Все было в ручном порядке. На сегодняшний день технологии пришли в наш мир, и все достаточно просто. Брокер дает возможность нам зайти на сайт, к примеру, брокера RoboForex или какого-то другого брокера, зарегистрироваться, ознакомиться с условиями, в которых сказано, что брокер не несет ни малейшей какой-то ответственности за то, что будет происходить с нашими деньгами. И дальше, то есть, мы открываем торговый счет. У нас есть возможность к этому торговому счету прикрепить тот или иной торговый терминал. Ну, для чего? Для удобства. Это как удобство, да, это как сервис. Ну, популярные MetaTrader 4, MetaTrader 5, но все-таки на сегодняшний день остается популярным. Самым популярным это торговый терминал MetaTrader 4. Последние там уже энное количество лет нам. Трейдинг, он осуществляется за счет технологий, за счет компьютеров, мы называем это роботы. В нашу жизнь на данный момент пришел искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это то, что в ближайшие 3-4 года, ну, может быть, 5 лет, искусственный интеллект будет присутствовать везде. Искусственный интеллект – это те же самые технологии, но
технологии, которые думают как люди, имеют способность сами принимать решения. То есть программа прописана таким образом, что на основе базы данных, какой-то базы данных, это вот как мы люди, да, мы имеем определенный опыт в жизни, вот мы на основе опыта, нашего опыта, мы принимаем решения и делаем действия. Так вот, технологии сейчас точно так же могут опираться на определенную базу данных свою, да, которую в нее загрузил человек, принимать решения и делать действия. Итак, вот как работает искусственный интеллект. Я думаю, что многие уже видели этот текст, но еще раз прошу прочитать за 20-40 секунд. В любом случае, уже кто-то прочитал его полностью, уже кто-то прочитал несколько слов, данное сообщение показывает и так далее. Я думаю, все согласятся, что двухгодовалый ребенок, он не сможет этого прочитать ни при каких обстоятельствах. Он же тоже человек. Я человек, он человек. Я смог прочитать, он не сможет прочитать. Почему? Потому что у него нет базы данных. Что произошло у меня? Я столкнулся с нестандартной ситуацией. В чем нестандартное? В том, что я увидел цифры, буквы, и у меня мозг сказал: ага, так, что-то здесь не так. Раз есть такой слайд, и раз мне предлагается прочитать, значит, все-таки здесь можно прочитать этот текст. И я обратился к базе данных, пускай это бессознательно получилось, я в своей жизни учился, там, школа, институт, кроссворды, ребусы, головоломки, все было там. И, соответственно, я выдал новое решение. Ага, надо немножко, то есть, отстраниться и прочитать по-другому. Прочитал, то есть, я, столкнувшись с нестандартной ситуацией, выдал новый алгоритм и принял решение. Так вот, есть два вида роботов. Роботы, я имею в виду, которые осуществляют валютную спекуляцию на рынке Форекс. Это большинство трейдеров пользуются роботами, алгоритмическими роботами, которые четко действуют по заданным параметрам. Есть роботы, основанные на искусственном интеллекте. 9 марта, черный день трейдеров. Значит, вот скрины с платформы. Вот видно здесь, да, минусы, огромные минусы. Робот не спрашивает, когда сливает деньги инвесторов, он просто их сливает. То есть роботы алгоритмические, работа которых не была построена на том, что если он сталкивается с нестандартной ситуацией, он может выдать свой новый алгоритм решения, они посливали денежки. Наш робот S-Group, вот именно мы переходим к тому, что риски у нас минимальны. Робот на нейронных сетях, который мы арендуем у компании DDS, он сработал именно в небольшой плюс. Плюс 0,37% в тот день было, но здесь есть огромный плюс. Огромный плюс в том, что вообще не было слива капитала. Технология вообще сама работает, которую используют компании из групп с 2014 года. Несмотря на то, что вот компания зарегистрирована в октябре 2019 года, финансовые средства физических лиц нас начали приниматься только в ноябре 2019 года. Наши учредители, они тестировали данную технологию, которую мы используем, начиная, то есть с 2018 года. Вот, и здесь вот основные еще моменты фиксируем, значит, то, что компания не гарантирует никакой фиксированной прибыли, не гарантирует никакой доходности. Повторяю и буду повторять то, что те компании, особенно те компании, которые заявляют, что они инвестиционные компании, те компании, которые говорят, что у нас гарантированная доходность, это 1001%, что это финансовая пирамида. С самого первого дня компания заявляла и до сих пор заявляет, что компания не гарантирует фиксированной прибыли, так как доходность является гибкой. Это именно мы говорим о направлении Forex Market. И зависит от того, насколько успешно был закончен торговый день. На постоянной основе, в режиме реального времени, каждому пользователю в личном кабинете транслируется информация о торгах. До сих пор все транслируется. Независимо от того, что у нас интерфейс поменялся личного кабинета, все транслируется, все есть. Также общедоступным документом является выгруженный из брокера отчет. И мы, когда переходим на вот этот вот отчет, мы переходим сразу на именно отчет брокера. Брокера RoboForex. Я сейчас прямо сразу, то есть, чтобы мы обозначим. У нас технология, использование которой обеспечивает минимизацию рисков, да, первое есть. Второе, компания не гарантирует никакой доходности, да. Третье, у нас прозрачные отчеты, и вот я сейчас призываю партнеров научиться, проделать определенную работу, чтобы у вас был больший успех. Я рекомендую вот проделать, все изучить в деталях, и вот в данном случае, в данном направлении, ваше исследование может вам в значительной степени
помочь в работе по партнерской программе. То есть можно зарегистрироваться на сайте S-Group, в личном кабинете зайти в меню, перейти на вкладку «Отчет», нажимаем «Отчет», и нас перекидывают на страницу с полной выгрузкой всей истории торгов с Робофорекса. То есть вот так вот выглядит отчет, как я показываю на слайде. Вы отправляете, вы как физлицо зарегистрированное на Робофорекс, отправляете всю историю торгов, вот выгрузка там около 600 листов, и спрашиваете, там, какие угодно за вопросы задаете, техподдержку. Я один раз услышал, разве техподдержка как бы, да, имеет какой-то, ну, то есть ответы техподдержки, Робофорекс имеет какой-то вес. Но вопрос тогда, когда вы задаете вопрос в Сбербанк онлайн, допустим, у вас вы задаете, когда вопрос, для вас это является весомым, ответ технической поддержки Сбербанка или там Тинькофф банка или еще какого-то банка. Вот, следующий момент, это кратко о Робофорекс. Это старейший брокер. Ну, это брокер, который основан в 2009 году. Вот даже в 2022 году, да, по версии там премии Traders Union Awards, извиняюсь, изучал английский, но его не практикую долгие годы. Что это такое? Это одно из самых важных ежегодных событий финансового мира, в ходе которого путем голосования определяется список лучших форекс-фондовых крипто и бинарных компаний, а также информационных и обучающих порталов для трейдеров. Пожалуйста, Робофорекс в 2022 году вновь занял какую-то позицию. Я имею в виду, получил подтверждение сообщества трейдеров вообще в финансовом мире. Итак, есть такая еще вещь составляющая, да, это у нас то, что компания использует не какую-то свою уникальную технологию, компания использует технологию, разработанную американской корпорацией DTS, это гигант по производству IT-технологий. Технология, которая уже 30, если я не ошибаюсь, по-моему, 4 месяца, да, позволила нам не иметь ни одного минусового дня. В компании S-Group не было еще ни одного минусового дня. Были минусовые сделки, и они есть на ежедневной основе, но конкретного какого-либо минуса его нету. У нас очень высокий уровень, ну, так скажем, очень серьезное отношение к риск-менеджменту. Риск-менеджмент – это стратегия принятия и реализации решений, при которой минимизируются риски возможных потерь. Так вот, у нас минимизация рисков происходит за счет того, что в компании, ну, сразу это было обозначено, в самом начале открыть канал YouTube, посмотреть вебинары Вадима Машурова, в которых он прям четко рассказывает, что такое там, почему риск-менеджмент, почему у нас от общего объема вложенных нами средств, там, денег, учредителей, в торгах не более 10%. Да, участвует. В тот или иной период времени, это скрины, которые тогда, когда Вадим Машуров демонстрировал нам в реальном времени торги, это скрины по платформе MetaTrader 4. Вот 29 ноября 2019 года у нас в торгах было 8% всего от всех денежных средств. Остальные деньги так и лежат на брокере. Они никуда не деваются. То есть деньги на брокере, на торговом счете, но на счете брокера, но в торгах именно участвует сумма до 10%. И вот именно в декабре, 4 декабря 2021 года Вадим Машуров собрал со всех этих счетов деньги на один счет, чтобы нам продемонстрировать, что все работает, все деньги на счетах. Это невозможно подделать, как-то это невозможно фальсифицировать. Почему? Ну, потому что невозможно. То же самое, что попытаться Сбербанк онлайн, да, тот же, да, в России, там, Тинькофф банк, приложение онлайн, тоже там как-то вот сделать так, чтобы история не соответствовала действительности. Партнерская программа. Бытует такое мнение, что если есть партнерская программа, то все, help, надо бежать оттуда. То есть, если я рекомендую как бы то или иное, ну, к примеру, я сейчас нахожусь в кафе в Евпатории, да, и мне очень понравилось вот это вот кофе, да. Допустим, ко мне подходит администратор этого кафе и говорит: «Артем, как вам кофе?» Я говорю: «Очень вкусно». Он говорит: «Вы знаете, а вот если вы порекомендуете наше кафе своим друзьям, мы еще плюс ко всему вам там будем постоянно наливать бесплатно кофе. Или там мы вам будем давать там 5 рублей за чашечку кофе. Разве это плохо?» Я рекомендую то, что действительно классно своим друзьям, знакомым, да, и мне та компания, которую я рекомендую, платит деньги. Но это такой, значит, банальный пример. Ну вот скрины, именно скрины банков, которые в России используют партнерскую программу. Ничего не поменялось. Специально перед этим вебинаром я проверил, я зашел в приложение
Тинькофф Банк. Все работает. Все работает прямо достаточно на высоком уровне. То есть банки платят по партнерской программе. Вот это скрины с официального сайта банка, модуль банк. Здесь даже заявляется о пассивном доходе. Если банк, к примеру, тот же самый банк Тинькофф, да, который вот сейчас набирает популярность, он откажется от партнерской программы, он прекратит свое существование? Нет, конечно, он не прекратит свое существование. И никакой другой банк не прекратит свое существование. Дело в том, что банковские, вот все эти банки, о которых я сейчас говорю, они используют партнерскую программу для просто усиления, ускорения своего развития. То есть для дополнительного привлечения клиентов. На сегодняшний день даже вот банковская сфера, да, она демонстрирует то, что самым эффективным способом маркетинга, способом продвижения, способом продажи у товаров и услуг является партнерская программа. Почему так? Ну, потому что я рекомендую только то, что мне понравилось. Ну, это правда. Компания S Group точно так же будет, ну, как бы расширяться и развиваться, как и тот, и как и любой из представленных банков, если откажется от партнерской программы. Так вот, если компания S Group тоже откажется от партнерской программы, она не просто продолжит свое существование, она также будет развиваться, она также будет расширяться. Если я, допустим, знаю какой-то крутой инструмент, который мне позволил очень быстро, очень значительно, да, получить высокие финансовые результаты, неужели я не порекомендую этот инструмент своему близкому человеку, своему знакомому, другу? Конечно, порекомендую, однозначно произойдет так. Но я просто не получу бонус от компании, не получу вознаграждение. Ну и ладно, зато у меня друг, мой товарищ, да, он будет доволен. Мне очень важно мое окружение, да, мне важно, чтобы мое окружение тоже чувствовало себя финансово свободно. А вот скажите, сетевая компания, она будет продолжать существовать? Конечно, не будет. Не будет. Почему? Потому что сетевая компания зависит только от того, насколько сеть осуществила продажи того или иного товара или той или иной услуги. Именно поэтому мы заявляем о том, что S Group — это не сетевой бизнес, ну, в классическом его виде. Это бизнес по партнерской программе. Итак, переходим к партнерской программе. Самый такой часто задаваемый вопрос: откуда же деньги на выплаты таких космических сумм? Да, на первый взгляд, для нас, для, ну, допустим, для людей, которые живут в России, средний доход которых, ну, люди по найму, я говорю, да, средний доход — это 25-30 тысяч рублей, и то это я превысил средние показатели. Так вот, есть же у нас, да, два вида дохода по партнерской программе. Первый вид дохода — это в виде реферальных, 9%, это вот верхняя строчка этой таблицы доходности, и нижняя строчка — это премии. И премии у нас получают уже, там, 6 человек получили даже миллион. То есть 6 человек у нас в компании получили миллион, и 500, и 150, и 50, и 20, и так далее. Это все разовые премии, но они же откуда-то должны выплачиваться. Был официальный ответ компании. Практически каждый бизнес в мире выделяет средства на маркетинг и привлечение новых клиентов. Компания S Group вместо традиционных, я прямо читаю вам, да, расходов на маркетинг, выбрала стратегию вознаграждения своих партнеров. Оплата партнерских начислений осуществляется за счет бизнес-модели, согласно которой стандартный инвестиционный контракт инвестора заключается сроком на 1 год, и уже после 3-го месяца происходит окупаемость средств, выделенных на маркетинг. К примеру, давайте не так, давайте. Вы новый партнер. Вы только-только инвестировали свои $100, у вас уровень 5%, и вот вы на следующий день приглашаете в компанию нового инвестора, и тот создает депозит в направлении Forex-маркет из $1000. Вы сразу же получаете $50, 5%, ну, потому что у вас уровень 5%. Вышестоящий партнер, у которого 7%, он получит разницу 7 минус 5% – $20. Партнер выше, который 9% имеет, да, уровень, да, он получит тоже разницу 9 минус 7 – 20 и так далее. Вот на слайде четко видно, что компания распределяет в соответствии с уровнем, да, партнером, максимум 16%. Вот эти 16%, они заложены в самом начале, правильный, грамотный маркетинг-план, математически правильно составлен. Важный момент. Сразу же, как только инвестиция была создана, сразу компания заблокировала эти средства на 3 месяца.
То есть 3 месяца первые вывести тело депозита невозможно. Вообще без потерь тело депозита можно вывести только спустя год. Но компания пошла навстречу нам, инвесторам, и вообще полностью блокирует она вывод тела депозита, первоначальную инвестицию, то есть, да, всего лишь на 3 месяца. То есть, в принципе, с 4 по 6 месяц все-таки можно с комиссией, но вывести с комиссией 30%, но можно вывести тело депозита. Мало кто, конечно, делает, но делают. Вот, так вот, если вы захотите вывести инвестицию $1000 с 4 по 6 месяц, вы выведете только $700. $300 компания оставит себе. Почему? Потому что она уже, ну, у нее правильная математика. То есть математика, именно эти условия позволяют не влазить в деньги новых участников. У нас деньги выплачиваются только из прибыли. Сейчас объясню дальше, как это происходит. Если вы захотите вывести тело депозита $1000 с 7 по 9 месяц, то вы выведете только 800, $200 компания оставит также себе. Если с 10 по 12, то, соответственно, $100 все-таки будет комиссия, небольшая уже, да, 10%. $900 вы сможете вывести. Вот, и это все учтите, да, ну, надо как бы это все, галочка такая должна стать. Это было в самом начале, это в самом начале был продуманный этот маркетинг-план. В 2021 году у нас средняя статистика была там, да, 12-14 в месяц. Также есть конкретные инвестиционные предложения. Если инвестируем мы $1000, то инвестиции $1000 работают в коридоре деления прибыли 60 на 40. Слово коридор тоже, ну, так скажем, внутренней терминологии нашей. То есть, если в компании будет наработана в какой-то из месяцев там прибыль, да, то эта прибыль поделит в следующей пропорции, по следующему шаблону, 60% от инвестиций прибыли заберет инвестор и 40% оставит себе компания. То есть доля инвестора 60%, 40% доли компании. Так вот, на $1000 нарабатывается $121. Ну, это, я думаю, всем понятно, да? Мы предполагаем, что наработается $121. Я имею в виду предполагаем, когда я вам сейчас вот демонстрирую вот этот слайд. Итак, создана была инвестиция $1000. Инвестиция $1000, она начала работу свою. $121 нарабатывается каждый месяц. 3 месяца подряд, в результате того, что компания заблокировала возможность вывода тела депозита, мы предполагаем, что будет нарабатываться по $121. Этот $121 делится по следующему шаблону. 60% – это $72,5 забирает себе инвестор. И 40% это доля компании, то есть $48,5 забирает себе компания. 60 на 40 коридор деления прибыли. 3 месяца это гарантированно, если будет прибыль, компания заберет себе прибыль. Мы рассматриваем с вами самый-самый такой прям плачевный вариант для компании. Это когда инвестор создал ту или иной депозит и вывел эти деньги через 3 месяца. Ну, спустя 3 месяца, на 4-й месяц. Так вот, что остается в компании, давайте возьмем. $50 – это комиссия за использование искусственного интеллекта. $145,5 – это вот 3 вот эти суммы. 48,5 плюс 48,5 плюс 48,5 – это 3 месяца работы компании. Да? $300 – это, так скажем, штраф за досрочный вывод первоначальной инвестиции. $300. $495. $495 – мы вспоминаем, что компания при создании депозиты из $1000, авансом выплатил партнерам всех уровней, выплатил $160, максимум 16%. Если при самом плохом варианте развития событий для компании именно, инвестор забирает на 4-й месяц, выводит инвестицию, то компания оставляет себе $495. Эти деньги окупают именно не только вот таблицы доходности, мы видим, что помимо реферальных у нас еще и премии выплачиваются. Это тоже, ну, с чего-то же должен формироваться бюджет. Что, о чем это говорит? Давайте еще раз посмотрим. Если здесь взят из расчета простой процент, то есть, соответственно, если, ну, большое количество инвесторов, они же все-таки в работу пускают, они не выводят всю прибыль, да, они пускают, то есть они наращивают капитал, выбирают стратегию наращивания капитала. Я взял при расчетах здесь минимальную инвестицию. Что произойдет, если, допустим, инвестор выводит через 6 месяцев, в компании останется $541,
мы не можем знать, заработает, не заработает. Я имею в виду, у нас нет гарантированной доходности. Через 9 месяцев 586 долларов останется в компании, через 12 месяцев 632 доллара также останутся компании. Так вот, грамотный маркетинг-план исключает кассовый разрыв. То есть все те условия, что 5% комиссии, ограничение 3 месяца по выводу, дальше комиссия с 4 по 12 месяц, определенное деление прибыли в компании, они исключают кассовый разрыв и риски инвесторам. И сейчас это самое, ну, по крайней мере, для меня это самая хорошая новость была на стадии исследования компании. И на сегодняшний день это остается самой хорошей новостью. Да. Это ответ, опять же, был, есть скрины, ответ был опубликован на официальном сайте направления Forex Market, да, Forex.io. Был вопрос, да, какие риски инвесторы. Компания отвечает официально. Торговля на валютном рынке, как и любой другой вид бизнеса, имеет свои риски, но они страхуются специальными торговыми инструментами, как стоп-лот, тейк-профит. Это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматических закрытий сделок. Они ограничивают возможные убытки и помогают зафиксировать прибыль. Предусмотренные риски на торговлю составляют 10% от депозита, а комплексный риск до 25%. Опять же, несмотря на то, что у нас сейчас на официальном сайте Forex нету этого ответа, этот ответ есть в видео. Видео на официальном канале, на официальном канале YouTube есть видео, где сказано об этих рисках. Надо быть внимательным, это увидим. Так вот, давайте допустим тот вариант, что все-таки, ну, может быть такое, да, что что-то произойдет, ну, мы же адекватные люди, да, мы понимаем, что мы в инвестиционной настоящей компании, что несмотря на то, что там мощная у нас технология, но можно потерять денежные средства, можно потерять от 20 до 25%. Это абсолютно обоснованная цифра, 25%. Почему? Потому что, несмотря на то, что не более 10% идут в торговлю, это конкретный ответ Вадиму Машурову, я им задавал вопрос на эту тему, это просто взяли наши учредители, они предположили, что может пойти все очень плачевно, и взяли и прибавили еще 15% туда. 15, и заявили, что до 25%. Неизвестно, что может произойти, но взяли и на всякий случай прибавили. Ну, вдруг это... Вот, ну, не было еще такого в мире. Ну, а вдруг это может быть, да? То давайте дальше, вот, да, мы завершаем уже. То, что мы имеем на сегодняшний день? Если торговый в плюс, то деление прибыли 50 на 50. Если в ноль, то, ну, если будет такой вот месяц, да, когда вот у нас ноль будет, ну, мы ничего не поделим. Но если произойдет минус когда-то, да, то весь минус он с нас, с пользователей. Мы пользуемся этим сервисом, и это мы, если что, потеряем деньги. Ну да, может быть, там, если такое произойдет, это я опять же высказываю свое мнение. Ну, наверное, там остановят технологию ее, значит, технический анализ сделают, ну, либо запустят, либо не будут запускать, либо мы переведем свои денежные средства в другое направление, да. Но в любом случае, то есть в компании есть 4 направления, которые взаимозаменяют друг друга. Но я сейчас не об этом. Хорошая новость в том, что весь минус с нас, пользователей. То есть компания не берет на себя никаких обязательств. Почему прекращает свою деятельность финансовые пирамиды? Потому что, первое, деньги выплачиваются не из прибыли, а из денег новых участников. Деятельность никакая не осуществляется. Финансовая пирамида берет на себя обязательства, гарантируя ту или иную доходность. В финансовой пирамиде абсолютно там нет никаких риск-менеджментов, там вообще в принципе ничего такого нету, да, нету ни одного отчета реально подтверждающего деятельность компании. Вот, в нашей компании, даже если будет какой-то минус, даже если что-то пойдет не таким образом, компания не закроется в любом случае, то есть она не может стать банкротом в результате того, что маркетинг-план, он просчитан, да, у нас, ну, я вам показал. А если произойдет какой-то сдвиг, то есть обязательств нету, да, компания не несет в себе обязательств.